Звуковая медитация, становление в связи с Высшим Я. Это и визуализация, и медитация. Первый пункт. Внутренняя радость. Ощущение себя любимыми, прекрасными существами. Можно признаться в себе любви. Я себя люблю. Честно и искренне. Внутренняя радость, тихая радость. Тихая радость. Ощущение себя любимыми, прекрасными. Второй пункт. Расслабление. Покой. Пропойте мантру «Аз есмь». Чтобы вам это нравилось по вибрациям. Чувствуйте, чувствуйте. Сердцем. Как будто из сердца поете. Попробуйте из центрального места, из центральной чакры. Аз есмь. Аз есмь. Аз есмь. Кто как хочет. Теперь визуализируйте две серебряные нити, идущие от вашего высшего я или от духа, от монады, как хотите. Одна идет к третьему глазу, вторая к пупку. И при этом расслабьтесь. Чувствуйте от этого покой. Да, прямо от этих серебряных нитей можно почувствовать покой. Но не такой, что вялый, как бы покой духа, покой собранный, покой, я не знаю, как сказать. Здесь и сейчас. Короче. И теперь еще раз пропойте мантру «Аз есмь». Не торопясь. Вообразите, что у вас все всегда получается. И вот эта медитация тоже. Так по-детски, как будто так и есть. И теперь опять визуализируйте две серебряные нити вашего духа к третьему глазу и к пупку. Можете вдыхать эту подключку, как будто бы это питание, по этим нитям идет к вам питание. И вы чувствуете наполнение некое. Как бы вы дышите через эти нити.
наполняетесь ими. Да, я вижу, у вас получается. Даже если это не полностью получается, но получается все равно. Такое у меня впечатление, тонкое видение. Но если вы расслабитесь побольше, доверитесь этим нитям, забыв обо всем на свете, то еще лучше получится. Они вас включают в настоящую жизнь. Настоящую, такую, которую давно мечтали. В своих мечтах. Потому что это и есть вы, тот, кто наполняет вас. Настоящий. Настоящая. Наполняемся. Через эти нити, через эти трубки. Как будто по трубкам идет такая питательная прана энергия. Некая подпитка. Просто так. Просто так, потому что вы есть. Потому что вы часть этого. Что вы часть целого. Что вы едины со Вселенной. Только по этой маленькой, маленькой, но значимой, очень значимой причине. Нет других причин, казалось бы. И вот вы расслабляетесь. Можно зевнуть, потянуться, размяться немножко тело, может быть, попросит. И переходим к мантре. Азъесмь. Как хотите, будете. Как будто нет никаких других тональностей и звуков. Представьте, представьте. Просто азъесмь. И все, что за ним находится, стоит. Находится. Все это. Вся правда жизни. В этом звуке. Просто как камень, просто как вода, просто как природа. Проще простого. Место Бога там, где простота идеальная. Это и есть трон Бога. Образно. И вот азъесмь – это нечто сугубо очень личное и до идеала простое. Нет никаких усложнений. Лекции по каналу или каких-то там нравоучений, да? Но они нужны, может быть, в другое время. А сейчас мы концентрируемся на идеальной простоте. Такая, которая была первозданной, первозданной природе, первозданной нашей сущности, изначальной, изначально, представьте, истоки, истоки вашего, вашего существования, вашего существа. Хорошо. Так или иначе, обращайтесь к этому первоисточнику в любое время дня и ночи, в любую погоду. Там, где заложена первозданная, чистая, чистейшая
Простота. Вы понимаете, о чем я говорю? То, что проще парена репы, проще снега. Нет никаких усложнений для ума. Там ум отдыхает полностью. А есть только то, что есть. И вы этим довольны, довольствуетесь. Да? Так прекрасно существовать в изначальной чистоте, чистоте сознания и разума. И вот мантра есть, она подводит вас немножечко к этому, усиливает это первозданное сознание чистоты, полного покоя, так скажем. Да? И вы расслабляетесь и также представляете две серебряные нити, которые все про то же, из того же источника, из того же места, пространства и времени, идет к вам здесь и сейчас, который вы здесь и сейчас. Третий глаз и к пупку. Очень просто. Очень просто. Просто представьте, как в сказке, как будто вы можете это. Можете напитаться через визуализацию. Вот так маги и поступают. Маги древности. Пробужденные люди. В частности. И вы можете. Вот вы даже можете перед засыпанием сегодня поставьте себе задание. Если хотите перед засыпанием вот эти две нити представить, как вы наполняетесь. Хотя бы это, хотя бы одно это. Этого будет достаточно, в принципе, для такого засыпания, которое... Тут что-то слов я не могу подобрать. В общем, вижу какую-то энергию, когда вы так перед сном прямо сделаете, если перед засыпанием, то как бы преобразитесь. Ну, по-своему, я по-моему, и вы, ну, вы поймете. При чистой визуализации, когда не вас не отягощают другие образы. И это просто, когда вы, как ребенок, визуализируете все, что хотите. Какая вам разница, кто что сказал? Что надо учиться этому. Вы как будто умеете уже. Не знаете. Все про все на свете. И порой вам достаточно просто тишины, чтобы остаться с собой и первозданной чистоты. Чтобы узнать себя, узнать свою сущность Бога внутри вас. Это мне кто-то сейчас говорит. Так. А высшее я, ага. Высшее я вот подключился, ага, еще лучше подключился к высшему я, отлично. Смотрите, у вас же тоже информация может пойти, вы там записывайте. Если в словах, если в образах, то можно это просто наслаждаться. Чаще это в образах идет. И в чувствах. То есть вот это вы можете подключаться к своему источнику, да? Брать ручку, карандашик и медленно записывать все, что фантазируется, прям как будто вы воитель какой-то. Может, рисунок вы нарисуете. С рисунком, может, даже проще будет. Это будет некое послание самого себя для себя. Вот эта медитация, она хорошо это подключает. Давайте минутку дам, может, правда что-то пойдет, и нарисуете, напишите. Потом включусь опять.
Хорошо.